каждый год одна и та же тема. Мы живем рядом с родителями, и вот они все время страдают всякой такой вот штукой там. Вот они там пилят, короче, эти яблони бедные. Они их пилят, обрезают, потом говорят, нет, все, больше не будем. Потом тут же едут, покупают, короче, опять сажают. И вот так вот все по кругу. Потом они говорят, не, мы это сажать не будем. Потом, короче, все опять засадят, девать некуда. Все эти яблоки, короче, все эти тачками на кучу возим. И вот так изо дня в день, короче. Вот сейчас они что-то там, какой-то у них там движ. Решают, какую яблоню пилить, не пилить. Ну, короче, каждый год одно и то же. Да, Жорик?